«Мы взавтра выбрали дорогу». Под таким девизом на базе Дворца культуры профсоюзов состоялся большой праздник для первокурсников Брестского государственного университета имени Пушкина. Прошло всего несколько недель учебных занятий. За это время юноши и девушки смогли убедиться в том, что сделали правильный выбор, приняв участие в конкурсе на поступление именно в этот вуз. Студенческая жизнь – это новая жизнь, вступление в новый возраст, в новую пору. Это уже взрослая жизнь, конечно, различные цели, но первое – получить, конечно, достойное образование у нас в Беларуси, чтобы в дальнейшем преподавать в учреждениях образования, в школах, в университете, если так сложится, может быть, в магистратуре. На филологический факультет решила пойти, потому что моя учительница по русскому, она привила мне любовь к русскому языку. И как бы еще с 9 класса я решила, что я буду поступать именно на этот факультет. А почему именно в Пушкинский университет? Потому что, ну, это в родном городе все-таки. Я думаю, что тут можно получить достойное образование. Большая студенческая армия Пушкинского вуза в этом году стала больше на 1300 человек. Выросла не только количественно, но и качественно. Проходные баллы в университете поднялись в среднем на 20-30 позиций, что говорит о серьезном образовательном потенциале первокурсников. Здесь сегодня получают знания ребята из всех областей республики. Немало в их числе и иностранных студентов, которые в последние годы едут учиться в Беларусь. Наши первокурсники в этом году при поступлении в ведущий университет нашей области и один из лучших университетов Республики Беларусь, показали хорошее знание, потому что по всем специальностям проходные баллы были на 20-30 больше, чем в прошлом году. И даже уже сейчас, прошло 2 недели, преподаватели говорят, что это действительно очень способные ребята. Праздник посвящения в этом году организаторы постарались сделать отличающимся от предыдущих, продемонстрировав юношам и девушкам достижения, которыми гордится университет, а также возможности для дополнительного развития, которые сегодня в вузе успешно развиваются. Серьезная учебная и образовательная база позволит молодым людям найти себя в жизни уже через несколько лет. А потому слоган «Мы взавтра выбрали дорогу» весьма удачен.